Обсудим следующую тему. Итак, 10 февраля идут переговоры советников, в том числе Ермака, в нормандском формате. Можно ли выработать какой-то практический подход по тому, чтобы их сдвинуть с места, каким-то способом вывести из тупика. Есть разные предложения, чрезвычайно активно западная дипломатия, да и московская, но представляется, что исходя из заявлений Путина, что он четко, вообще Московия стоит на одной позиции, что надо по сути говорить об том, чтобы осуществилось как бы это мягко сказать, утверждение на легитимном уровне сепаративного Донбасса. Я подчеркиваю, Донбасс, а не часть Донецко-Луганских областей, которые оккупированы в результате ведущейся со стороны Москвы, Российской Федерации, войны малой интенсивности против Украины. И Путин всячески угрожает, что он, если вот не будет осуществлена такая сепаратизация, то есть, по сути, чтобы с Донбассом было сделано то же, что в свое время были коммунистическая партия и КГБ сделали с Крымской областью, превратив ее вдруг в автономную республику. И, как известно, это вот большой же урок такой, да? Как известно, Кравчук на это пошел. То есть Гуренко, Кравчук, Плющ, ну и Вашка, естественно, покойный, и Плющ покойный, и Гуренко покойный. Вот, Кравчук вроде как еще не покойный, но тоже где-то там, то ли в Германии, то ли где там, в клинике, не в клинике, под анабиозом, не анабиозом. Но вот все, которые это грязное дело сделали, они уже покойные, поэтому как бы очень сложно понять их причины действий, но фактически они тогда пошли на уступки Москве, они пошли на уступки высшему полит, ну, политбюро, тогда еще еще не было ГКЧП, распада и так далее. Результат известен. Это Крым превратился в такую горячую бурлящую точку из провинциальной маленькой области, абсолютно никакой, совершенно такой, маргинально, скажем, предназначенной для отдыха, он вдруг превратился вот в кипящий котел. Потом вдруг появился этот агент Москвы и Мешков, который решил стать президентом. Потом начались вот эти все разговоры. То есть один неправильный шаг. Превращение провинциальной, маргинальной, сельскохозяйственной области, которая просто жила за счет, была главным предназначением того, что там люди отдыхали, потому что было Черное море, превратили его вот в такой центр сепаратизма и в конце анклав антиукраинизма и в конце концов доигрались, что на эту территорию вторгся уже в полном объеме московицкие андрофаги во главе с Путиным. Вот результат очень простой, очень простой. То же самое произошло с Севастополем, то же самое. То есть заключили вот этот совершенно, ну это уже Кучма, и, да и Кравчук же, и там вся эта бригада, заключили этот совершенно абсолютно ненормальный договор про военную базу в Севастополе, на просто бешеный срок, там 15 или сколько лет, вот. потом появились эти бандиты Януковича, этот Пахло Азаров, подписали, связали поставки газа с Договором о базе военной, то есть это вообще это полный идиотизм, если так вдуматься в рамках международного права. В результате получили харьковские угоды и, соответственно, упустили Севастополь. Вот и все. То есть все очень просто. Теперь предлагает Путин и его КГБский синдикат, чтобы пойти тем же путем и по. Донбассу, то есть оттяпать уже весь кусок, две донецка луганские области, отрезать Украину, потом будет Новороссия, то есть они так кусками хотят заглатывать, 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 и, к сожалению, то коммунистическое руководство страны пошло на вот этот крымский сепаратизм, потом пошли, и какие мы усилия тогда не предпринимали. Единственное, что удалось, все-таки был проведен референдум о независимости, и Крым в том числе, население, которое там проживало. Хотя это в основном были пенсионеры, ветераны, кагибисты, офицеры, морские и так далее. То есть это было вообще, по сути, пятая колонна нынешней Российской Федерации Московии они там жили они там как бы утверждались они там осуществляли первичное накопление не было никакого украинского языка там в Севастополе одна школа и в Симферополе одна школа русского языка, украинского языка все больше вообще ничего гимназии были ну вот такой же такой же сценарий такой же, такие же лекалы сейчас Путин предлагает для Донбасса под видом так называемых им же написанных абсолютно антиукраинских так называемых минских соглашений. И мы видим, что и Порошенко, и Кучма, как один из реализаторов этих так называемых путинских соглашений, это не минские, это путинские соглашения, и Сурков, и фактически Песков про это говорили. И теперь Зеленский, его офис, Ермак, так и все прочие они стоят на этих соглашениях. То есть не берется, я уже сто раз про это говорил, не берется другая законодательная база: Беловежские соглашения, Будапештский договор, договор между Украиной и Россией про признание суверенитета. Это не берется, это, это документальная база, которая соответствует международным стандартам, она не берется. Берется вот это вот, так сказать, совершенно антинациональная, антигосударственная модель путинско-минских бумажек этих, по сути, уничтожений. Там мюнхенские статьи <coughs> по уничтожению Украины. Ну, теперь идут эти переговоры. Мы видим, что, к сожалению, и Франция, и Германия, и США встали на этот путь поддержки путинских бумажек этих по отрезанию от Украины двух областей, Луганска, Донецки. То есть Крымский полуостров отрезан. Про него вообще почему-то не идет речь. То есть давайте же в комплексе брать. Как же можно брать только это, не говоря про Крымский полуостров? То есть верните Крымский полуостров. Никакой там не было, ну глупость совершенная, референдум какой-то придумали. Оккупировали остров, имели там военную базу в Севастополе, в Феодосии морских пехотинцев захватили, в э, своих э, спецструктуры э, вели тогда в этот кризисный момент. Турчинов повел себя очень тогда примитивно, по сути предательски, как, ну, как ренегат. Отдали, помните, это заседание СНБО, Тимошенко, там было другие. То есть там же четко все прописано, как был Крым отдан. Крым отдали. То есть, вместо того, чтобы там действовать, соответственно, вывести армию, там было огромное десятки тысяч, военная группировка наша. Ну хорошо, не могли удержать эти города Черноморского побережья. А Степной же Крым могли удержать. Конечно могли. И Симферополь могли удержать. Конечно. Там Аксенов какой-то бегал. Ну что там того Аксенова. Ну там банда была маленькая. Не знаете как бандитов. он как США, Израиль этих бандитов всяких исламских. Да и Московия как в Сирии зачищает их. Турция. В чем проблема была. Поэтому как можно было так действовать без зуба, глупо? Ну уже, к сожалению, это бесполезно про прошлое говорить. Но давайте хотя бы про то, что есть. Естественно, что никаких минских соглашений быть не может. А Путин же ни на какие другие ситуации не пойдет. То есть он требует, чтобы было признано... Чтобы вот этот Пушилин бандит, пасечный бандит, это же агенты московские, агент куклы их, да, чтобы эти вообще были эти террористы московские, признанные какой-то законной властью, чтобы... Легитимное украинское руководство с ними вело переговоры. Ну, это вообще на уши. Это как если бы США вело переговоры вот с Талибаном даже никто не хочет вести. Что ж Путин с Талибаном? Официальные переговоры. Запрещенная организация, это до сих пор террористы считаются, хотя в Афганистане. США тоже с ними переговоры. Он убили. но еще одного. Что с исламской державой? Еще одного лидера убили там он. Где там они его прибили вместе с семьей, там, с детьми, с женщинами, там морские пехотинцы положили там их сотни людей. Ничего.